Все, что меня раньше интересовало, это заезд на четверть мили. Но жизнь меняется. Теперь я отец. Брайан, у меня для тебя подарок. Это мне дал твой папа. Он убережет тебя от надвигающейся беды. Рассказывай, Доминик. Что случилось? Неважно, насколько ты быстрый. От прошлого никому не уйти. И мое только что меня настигло. Давно не виделись. Итак, против нас не только профессиональный вор и наемный убийца, но и первоклассный гонщик. Кто он такой? Джейкоб, брат Доминика. Всю свою жизнь ты стремился быть быстрее Доминика. Умнее Доминика. Сильнее Доминика. Не сможешь ли ты его убить? Я смогу. Готов ли ты? Для человека нет ничего важнее, чем любовь семьи. Но ты обратил ее в ярость. И нет ничего опаснее. Может, это и конец. Но уж если мы идем, то все вместе. Даже если этот заезд станет последним, я с тобой. Начинаем. Ты что, привязал Pontiac Fiera к реактивному двигателю? Впечатляет, я знаю. Нет, вообще ни разу не впечатляет. У меня задница полыхает! Я пришел, чтобы сбить с тебя спесь, братик. Ты совершил ошибку. Этот мир принадлежит мне. У них магнитный самолет. Держись. Ты же не собираешься сделать то, о чем я думаю. Моста здесь нет. Офигеть. Форсаж 9. Эй, народ. Сюрприз. Клёвое местечко. Кино с 21 мая.